Дедуля, мне бы лицензию получить. У кого здесь бумагу подписать, не подскажешь? Чего? Я говорю, кому на подпись дать? Кому дать, чего дать, не пойму. Пропуск есть? Тетерев. Дед, ты слуховой аппарат купи. Купи. Он сейчас $50 стоит. Понятно? Понятно. 10, 20, 30, 40, 50. Прошу. Теперь хорошо слышно? Ну куда мне идти-то? Да не ори ты. Поднимись в 12-й кабинет к Сумагиной. Спасибо, дед. Спасибо. Че-че-че? Какое разрешение-то? Ничего не вижу. Очки бы надо сменить, но они теперь по 200 баксов. А я по 100. Буквально вчера видел. Так это с минусом. А с плюсом не меньше, чем 150. Понятно. Прошу вас. Так. Ну, теперь к Ермилову в 6-й. Тоже слепой? Хуже. Общее нервное расстройство. Нужно лечение за рубежом. Потом к Чумаковой. У той детям репетитор нужен. По английскому и по вокалу. Ясно. Еще 400 баксов. А уж потом вниз к хозяину печать поставить и все. Дед, я одного не пойму. Ты здесь хозяин. Ну зачем же человека по кабинетам-то гонять? А хороший хозяин, мил человек, не только под себя гребет. Он еще об людях должен думать. О слепых, о глухих, об убогих. Ну, дай бог нам всем здоровья.